Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Маховик пестрый растет преимущественно в лиственных лесах, встречается часто, но не обильно. Шляпка до 10 см в диаметре, выпуклая, мясистая, сухая, войлочная, от светло-бурого до темно-коричневого цвета, в трещинах и местах повреждений, красноватая. По краю шляпки иногда бывает узкая пурпурно-красная полоса. Трубчатый слой у молодых грибов, бледно-желтый, у старых, зеленоватый. Мякоть желтовато-беловатая, рыхлая, слабо синеющая на разрезе, потом краснеющая. Под кожицей шляпки и у основания ножки мякоть пурпурно-красная. Вкус сладковатый, нежный, запах приятный, фруктовый. Ножка длиной до 9 см, цилиндрическая, ровная, суженная внизу, сплошная. Цвет желто-бурый или светло-желтый, у основания красный. От нажима на ней появляются синеватые пятна. Съедобный гриб, 4-й категории, собирают в июле-октябре. Молодые грибы годятся для жарения и маринования, пригоден для сушки.